Привет, друзья! Сегодня мы покажем вам обзор разных видов тернеции глофиш. Но сначала расскажем, где она обитает. Обитает обычная тернеция в Южной Америке, в реках Парагвай и Гуапоре, где населяют верхние слои воды и питаются упавшими на воду насекомыми. Они предпочитают медленные воды небольших речек, ручьев и притоков, которые хорошо затенены кронами деревьев. Сейчас, кроме классического варианта, популярны еще вуалевая тернеция, альбиносы, карамельки и тернеция глофиш. Вуалевая тернеция была выведена впервые в Европе, она часто встречается в продаже, ничем не отличается в содержании и разведении от классической формы. Альбинос встречается реже. Еще есть белая тернеция с черными глазами, они тоже ничем не отличаются, кроме окраски. Тернецию-карамельку получают путем искусственного окрашивания, используя при этом специально красящие инъекции, которые придают телу своеобразный цветовой оттенок разных цветов. Содержать их надо с осторожностью, так как химия в крови еще никого не делала здоровым. Окраска у них долго не держится, где-то до полугода и исчезает. Окраска при размножении малькам не передается. В 2011 году появилась геномодифицированная тернеция глофиш. Это запатентованное название флуоресцирующихся рыбок, полученных путем генной модификации. Название образовано двумя словами – глосияющий и фиш-рыба. Под такими коммерческим названием продаются трансгенные рыбки. Но официальным производителем рыбок считается корпорация Тайконг в Тайване. Для получения свечения в ДНК рыбок был помещен ген одного из видов тихоокеанских медуз, отвечающий за синтез флуоресцентно-зеленого белка. Ген морского коралла придал рыбкам уже не зеленое, а красное свечение. Особи, получившие гены ДНК и медузы, и коралла, светятся желтым цветом. Однако ученые на этом не остановились, и были выведены трансгенные рыбки фиолетового и синего цвета. Все рыбки глофиш с момента рождения обладают флуоресцентной окраской, которая сохраняется всю жизнь и становится ярче по мере взросления рыбки. Светящийся цвет передается малькам при разведении трансгенных рыбок. Таким образом, благодаря совместным усилиям ученых и предпринимателей, декоративная аквариумистика обогатилась уникальными рыбками, позволяющими создавать абсолютно новый светящийся аквариумный дизайн. Светящиеся рыбки глофиш приобретают все большую популярность среди аквариумистов. Благодаря красоте и неприхотливости светящихся рыбок глофиш, их легко содержать даже начинающим аквариумистам. Друзья, предлагаю вам посмотреть на этих красивых рыбок разных цветов в нашем ролике. Я так думаю, что скоро появится очень много цветовых вариаций этих рыбок. Далее в этом ролике вы сможете детально рассмотреть всю красоту разных цветов этой рыбки. Хочу сказать спасибо, что остаетесь с нами на канале. Спасибо всем, кто ставит нам лайки, потому что мы все это делаем именно для вас. И каждый ваш лайк дает нам энергию для создания новых роликов. Если у вас есть к нам вопросы, то мы будем рады на них ответить в комментариях под видео, по мере того, как у нас будет свободное время. Если вы гость нашего канала и все еще не подписаны, то обязательно подпишитесь. С нами всегда интересно. И мы стараемся всем отвечать на вопросы. Спасибо, друзья. До свидания. Удачи вам.